Вы любите посмеяться? Да. 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 А какие-нибудь анекдоты вы сами знаете? Вот мама говорит двум сестричкам, что наденьте куртку и зонт возьмите, потому что там юго, ветер и сильный дождь. Вышли две сестрички, открыли зонт, а там одна капелька капнула только. С какого возраста дети могут начинать рассказывать анекдоты? Можно с 4, можно с 6, с 5. Только надо хорошие анекдоты рассказывать. Так сил в джунгли. Очень сумасшедший такой. Пришли две женщины в магазин. Одна блондинка, другая нет. Одна женщина уже пошла пробивать все, а другая блондинка это... Идет и открывает печенье. И кассир говорит: да почему вы открываете печенье здесь? А там она говорит: а здесь написано открывать здесь. Какие, по вашему мнению, шутки или анекдоты не смешны? Допустим, а если захотят там что-нибудь про нас написать такое, когда мы будем так грустить, ходить, допустим, рёва, корова напишут. Нам будет это неприятно совсем. Не всем смешно. Будет неприятно, мне кажется. Ловушки. Лабиринты.